Ставкин разбор! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. Ребята, всем привет! Вот так вот дальнобойщик идет на работу. Взял заявку. Поедем грузиться сегодня. Грузиться будем на Ижевск. Такая, ребята, у нас весна. На улице классная, видите. Все тает. Все супер. Лужи. Кругом. А ночью все морозится. Ну, я почти уже на стоянке. Подойдем, посмотрим дальше. А погодка супер, ребята. Итак, подходим к МАНу, грузовику, который стоит здесь уже давно. Так, краткий обзор перед рейсом. Все отлично, все чисто. Я вам показывал, габариты у меня горят, подсветки все горят. Шикарно. Ад грязный. Но мыть сейчас бессмысленно. Погода, видите, какая сейчас. Хорошая солнечная весенняя погодка. Вон оно солнце, но мыть машину не стоит в такую погоду. Если ездить по дорогам, соответственно. Все, сейчас запускаемся, собираемся и погнали. Так. Сегодняшний первый запуск. На улице у нас плюс 6 градусов. Нейтральное положение. Так. .8 у нас вольтаж. Чуть-чуть просели аккумуляторы. Стояло. Но я думаю, что заведется. Так. Смотрим. Вот это запуск у нас где-то стояла она сколько? Два дня? Да, два дня она стояла, и вот так она поддымливает. Все, потихонечку, помаленечку пропадает. Пропадает дым. Давление масла у нас. Пятерка, полный бак соляры, обороты 700, но это не прогревочный, это я держу ногой, потому что если я отпущу, 650, у нее выставлены обороты на 650, видите, дым почти пропал, ну так есть чуть-чуть вот дымность маленькая, но это маленькая, вот, поэтому... Прикрываем дверь, чтобы немножечко запах не шел. Дыма нет, но есть маленький запах. Даже пар идет. Зеркала мои модные, красивые. Все классно. С той стороны также. Мне они очень нравятся. Сейчас будем грузить печку. Загрузим печку, потому что эту печку надо будет доставить в Москву. Так как я через Ижевск все равно поеду в Москву, поэтому эту печку я ко мне приедут в Москве и заберут ее. Она небольшая, весит там буквально 90 килограмм. Я сейчас ее на самый перед закидаю, а там будем располагать груз так, чтобы она не мешала. Вот, поэтому сейчас будем, короче, ставить ее в кузов. Погрузка, ребята, на улице Верстовая, 41. Завод металлоконструкций. Сейчас должны открыть ворота. Я пока заеду под загрузку. Потом опять пойду в офис. Я уже там был. Мне дадут документы. Будут грузить, наверное, целый час еще. Вон он. Чувак пошел куда-то с документами. Так. Надо, наверное, побибикать. Чтоб меня запустили. Сейчас заедем, будем грузиться.
Во, ну. Ну и чё? Наполовину открылись. Открывает. Все. Заезжаем. Вот в эти ворота будем заезжать. Грузиться. Пока стоим. Ждем, когда дадут команду заезжать, будем заезжать. Капец, вот доехал я буквально с одного конца на другой конец, видите, все в грязи, кабина в грязи, хотя была чистая, вот уже и брызги, и все на свете, блин, колеса грязнущие, хотя я вчера их чистые менял местами. Жесть, ребята. Не, ну, видон, конечно, с туманками посимпатичней. Сейчас можно. Видите, все как крепко и надежно. Как и должно быть на настоящем грузовике. Видите, а то все болталось. Мне это не нравилось, поэтому сейчас все четко, все ровно. Итак, я в цеху. Сейчас будут грузить эти конструкции. Это конструкция для опалубки у нас. Так, вот, начали уже грузить. Часть грузится, погрузилась. Вот она, печка, которую хрен знает, куда я ее поставлю, положу. Поэтому, наверное, наверх вот этих всех. Так, вот так вот я протянул ремни, три штуки. Надо будет четвертый протянул. А потом расчехлю вот здесь вот тент и вот так вот зацеплю. Не буду через низ протягивать. Все, а мне грузят дальше. Сейчас будет заводить. А то он мне сейчас показывает вот эти, это, наверное, тяжелые. А это что за съемка? Это моя личная съемка. Информацию собираешь? А? Информацию собираешь? Да не. Это не компромат. Очередной груз грузится. Нормально. А? Да я просто снять, как вы его грузите. Надо оборону применять. Видеосъемку запустить. Да. Я в курсе. Тормозов нету, да, у крана, похоже. Его сюда, да, поближе? Да. А, ну да, чтобы он влез-то. Он влезет вообще? О, отлично. Готово. А так я закрепил две стороны, вот эту половину вот так ремнями, там пропустил через низ, а здесь сделал вот так, потому что неудобно.
сделал так картоночкой, чтобы не поцарапать его как красочное покрытие борта. Все аккуратно. Сейчас догружает остальную половину и также буду стягивать вот так вот. Потом покажу общий результат. Так, все, вот она наша печка. Что? Печку? Печка на месте. Ремни. Вот так. Да, все. Она упадет? Нет. Что я привяжу? Так, ремни. Ну. Не, это личное. Это не это. Так, ну все. Ну ты прочитай, что на машине написано. Да. Да. Все. А? Что? Эти ролики выкладываешь в YouTube? Конечно. Не, серьезно. Серьезно тебе говорю. Так, господа, загрузился. Все, я выехал. ЗМЗ Рябина, по-моему, это называется, на верстовая 41. Ребята, нормальные. Ребята, если вы смотрите это видео, вы красавчики, кто грузили. Вы молодцы. Так что... А я поехал работать. Ехать нам в Ижевск. Весу у нас около 8 тонн. Вроде бы все четко, все ровно, поэтому... Поэтому едем, едем. Еще раз, ребятам ЗМЗ, удачи. Запись пошла. Да. Кино снимаем. Новый день, ребята. Новые люди у нас тут в кадре. Кто помнит, кто... Новые, старые. Кто помнит, а кто не знает еще, кто первый раз зашел на этот канал и ни разу не видел, то это у нас Олег. Привет. Едем мы в Ижевск, он едет со мной. А по дороге мы вам все обязательно расскажем. Выезжаем с Челябинска. Сегодня у нас 4.04. Время обед. А мы вот так, короче, едем. Да. Олег уже нашел себе место. Уже... Вообще круто. Уже припарковался. Так. Расскажи, Олег, свои впечатления, ощущения от этого дивана. Жестковатый. Ну, удобно. Помягче надо. И коротковатый. Ну вот когда купишь себе машину, в ней сделаешь мягче. Естественно. У меня уже матрас есть. Готовый. Там постелю его. И все. В общем, а мы едем с Олегом. Да как в поезде, блин, на плоскарках. Да? Я помню, твой матрас, ты хотел прийти с ним тогда ночевать. Поделюсь с вами нашими секретами. Мы едем в Нижний Новгород. Вернее, я везу Олега в Нижний Новгород. Будем выбирать ему газель. Фермер, да. Поэтому увидите, что мы будем смотреть, выбирать. Еще один человек хочет стать счастливым обладателем газели и будет также заниматься грузоперевозками. Устал на дядечке работать, пора на себя. Да, на хватит на дядю работать, надо на себя. Нам хаваю, блин. Первая наша остановочка в автоланче. Олег тут меня кормит мороженым. Набрал что-то себе. Короче, казинак я себе взял. Он себе какие-то вафли набрал. В общем, едем дальше. Всем. Ладно, будет. Все есть. Едем дальше. Следующая остановка у нас Пермский край. Чудо, мы по лужам ехали. Тут этот течет. Масло. Следующая остановка у нас Пермский край.